Безусловно, дали маху 30 с лишним лет назад, называя Захершаха и высочество, и брат. Моему завод плотину, мы даем ему угля, да любили мы скотину Захершаха короля. До зубов вооружили, утопи его хорон, а вообще неплохо жили с этим самым Захером. И целуясь с господами, тот, кто был превыше всех, заложил кирпич фундамент под кабульский политех. Но история как средство повесомее кирпича. Где Захир, где королевство, только камень Ильича. Началась другая эра, там, конечно, а не тут. Мы приветствуем премьера по фамилии Дауд. Сразу помощь предложили и деньгами, и трудом. Как с товарищем зажили, с этим самым Даудом. Только снова дали маху, сей революционер оказался братом Шаха и агентом ФБР. Был он подлым и двуличным, а его же, как на грех, целовал у трапа лично тот, кто был превыше всех. Но пришел конец Иуде, там, конечно, а не здесь. Вышли танки при Дауде, нет Дауда, танки есть. И хотя мы рановато взяли принца на штыки, но целуем словно брата Нур-Мура, дорогие. Правда, он подлец прожженный, парчемист и пустобрех, но ведь рукоположенный тем, кто был превыше всех. Дали орден, дали займы и командовал сквозь смех Вира Нурмул или Майна, тот, кто был превыше всех. Но кроме СССР был у Нура друг один. Мы приветствуем премьера по фамилии Амин. Задушил подлец подушкой своего лучшего дружка и зарыл тарачью тушку среди афганского песка. Мы, конечно, телеграмму, мол, Амин Хафизулла, мы не знаем вашей драмы и у нас свои дела. Но согласно узам дружбы можем денег предложить и военного оружия сколько хочешь, чтоб тебе спокойней жить. В общем, жили мы неплохо и с Амином до конца, расстреляв его со вздохом посереть его дворца. Сразу радио включили, мол, афганская земля, про тебя мы не забыли, на бобра, как кармаля. Правда, он буржуй прожженный, парчемист и пустобрех, но ведь рукоположенный тем, кто был превыше всех. И живем отлично, что ты, мы с афганцами с тех пор, мы их лупим с вертолетов, а они нас лупят с гор. Не дадим отныне маху, вот только грустно, черт возьми, что какого-нибудь шаха нет между нашими людьми. Вертаков продолжение, еще 24 на есть, написал после 89-го года.